Вы ничего не будете, да? Я думаю, что правда понятно, но вы нет. Мне? Наверное. Ну, если вы будете вот сюда мы заезжаем. Что? Мужчина, я вас не пойму. Я не понимаю по-русски. А? Я плохо понимаю по-русски. Я понимаю, что это. Вот я говорю, что мне 200 рублей. Если вы будете, то мы заедем вот на этот город. Вот так. Да. То есть секс тебе? Секс тебе? А? Если секс, секс будет здесь или что? Что вы говорите? Ну, секс будет или что? Если, вот, если мне будет, будет вот там, да? Ну. И секс будет. И секс тоже там. Там тоже? Ну, то бишь в машине, ну, только заезжать нужно, отъехать. Не здесь же мы будем. Ну, еще раз, посмотрим. Секс 300. Вообще у нас 250 минет, 350 секс, 450, ну, все вместе, комплект. Да, и ночью, на ночь. На, если нет, это, ну это вот как вот, просто, ну как, ну 15 это займет, как, а ночь это 3000, это 6 часов она так, по идее, ночь. Сколько твой лет? Мне лет 28. 28? Да. Живут ли ты в Сарагиде? Ну да, в городе. Вот это где? Да, Ярцево. Нравится Ярцево? Ну так, нормально. Ага. Небольшой, как бы, да. Это что с тобой? А это в машине неудобно, натерло. Ага. Обдерло. Просто живешь. Ну ладно, я не буду сейчас. Вы будете? Вам виднее. А откуда вы, если не секрет? Да, я из Америки. Я из Москвы. Я живу в Москве. Понятно. Вот. Вы сдаете комнату, да? Да. Но ты не студентка. Ты не студентка. Я уже отучилась. И другая работа есть? Здесь нет. Очень, ну, тяжело найти. Очень маленькая оплата. Секс лучше? И работать как секс это лучше? Ну, я же не для этого, что мне секс нравится. Просто деньги. Это много, да? Это больше денег, чем работать? Намного больше. Намного больше? Три раза, если зарабатывать, как здесь зарабатывают, 2500. Хорошая работа, ну 15000. Здесь я могу в месяц, ну, 50000 иметь. Это своими чистыми, а я же работаю с другими людьми, я отдаю 50 на 50. Это как бы 100 тысяч получается в месяц, типа. Ну, 100 тысяч, это нормально, да, не? Не нормально. Нормально? Нормально.